Добрый день, старший лейтенант полиции Мищенко. Товарищ водитель, причина вашей остановки – нарушение правил дорожного движения. Слышите? Здравствуйте. 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 Мы нарушили правила дорожного движения, а именно проехали перекресток улицы Университетской и площади Павловской по полосе, которая указывает движение только налево. Увы, вы поехали прямо. Вы понимаете, о чем я говорю? Нет. Ну, вы сейчас покажете, я посмотрю. Да, в процессе рассмотрения дела мы покажем. Ну, давайте. Смотрите, я вам представился, я командир 4-й роты, старший лейтенант полиции Мищенко. Я прошу, пожалуйста, вас представиться для восстановления вашей личности в процессе рассмотрения дела. Меня Саша зовут. Александр, очень приятно. Мне нужен документ, который удостоверит вашу личность, по которому я буду в последующем уже рассматривать дело. У вас есть какие-то документы, паспорт, водительское удостоверение, что-либо другое? Конечно, у меня есть все документы, которые я вам покажу, когда вы начнете рассматривать дело. Рассмотрение дела уже началось, но перед этим идет подготовка к рассмотрению дела, а именно устанавливаются стороны, которые участвуют в процессе рассмотрения меня дела. Меня Саша зовут. Одна сторона я вам представился, и я уполномоченный орган. Я вас прошу предоставить мне документ, которым я могу удостовериться, что вы именно Саша. Вы попросили, а я вам не показал. Хорошо, когда вы начнете требовать с точки зрения закона, я вам обязательно все покажу. Хорошо. Вы считаете, что причина нашей остановки является незаконной? Я не говорил так. Хорошо. Нет. Вы хотите, согласно 251 статье, быть ознакомлены с ее доказательством? Ожидайте, сейчас я подготовлю ее доказательства. Вообще не по поводу этого всего. Вы автомобилями же, да, там привозкой с Америки занимаетесь? Ну, конкретно я лично не занимаюсь. А в чем вопрос? Автомобиль хочется. С Америки? Американца. Ну, тогда давайте я вам номер оставлю, вы запишите. И хотите, звоните. Или свой оставьте, вам перезвонят. Как вам будет удобно. Давайте я сейчас телефон возьму. Шановный Александр, вы будете узнаем это из видео доказать? Будь ласка. Ну, так все чудесно. А в чем проблема? Дивіться. Якщо оцінювати даний доказ, даний відео, то на ньому видно, що наш автомобіль, автомобіль патрульної поліції, рухається в крайньому, в крайній лівій смузі. Абсолютно вірно. А ви через полосу, через вас. Добре, так тоді разом ознайомимося. Давайте ще раз разом. Добре. Да, ще, а ви з того ж міста? Ну, могу дальше, назад. Да не, нормально. Ви мене розумієте, или мені на русский перейти? Ні, як вам буде удобно, я на українському нормально розумію. Да не переживайте так, что-то... Да я на носочках стою, не достаю к вам. Так давайте дверь. Вы думаете, мне удобно? Если вам удобно... Аккуратно. Давайте еще раз назад. Да не, я чуть-чуть, наверное, вот так. Ну, я надеюсь, вы рядом все увидели. Нет, тут вопросов нету. Я просто вижу, что вы... Ну, мы разом с вами оцениваем доказы и... 255 статья. Вот смотрите, вы остановились, угу. Все, уже не видно даже какая-то полоса, и я проезжаю вот вы в полосу от полосе, вас. Ну как это? Полосе, полосе от вас. Я вас разумею. Добре, я ще раз передивлюсь відео, давайте. Якщо так воно є, то... З вами згоден, Олександр, на основі даного відео неможливо встановити, що саме ваш автомобіль рухався в крайній, ну, в другій зліва смузі, яка вказує рух ліворуч, чи рухався. Я вибачаюсь за затримку вашого часу. Да, нічого страшного. На все добре. Да, вам большое спасибо за адекватність. Да. Олександр, а мені номер дайте. Да, 30, 097. 535.
четыре семерки. Это компания «Автоэнтерпрайз». А как зовут или там? А вы звоните и говорите, что вас интересует авто из США, вам менеджер перезвонит обязательно. Можете сказать, что я. Они сразу там просчитывают там сумму. Там, сумму. Они сразу просчитывают. На сайте есть калькулятор, можете зайти просчитать на калькуляторе и сразу же увидите, какая будет цена автомобиля. Если же вам надо будет помощь какая-то, скажите, что вам Александр порекомендовал, на вас обратят особое внимание и помогут вам выбрать машину. Спасибо. Всего доброго, ребята. Всего доброго. Хорошей смены. Аккуратно.